премьера. Я Ирина Серебрякова, новый руководитель этой программы. Старая, никому не нужная программа. Из этого я должна слепить конфетку. Новым ведущим открытого разговора согласился стать популярный актер театра и кино Роман Арсеньев. Арсеньев, на выход. Так, у меня выход только в третьем акте. Кошмар. У нас открытый разговор. Все, я открываюсь. 3, 4. Неформат. С 3 марта. Сразу после кухни. Та-дам! На СТС.